В Московской области отремонтировали 90-тысячный подъезд по программе губернатора. Юбилейный объект находится в Люберцах на Комсомольском проспекте 19, корпус 2. Какие привилегии получили жители многоквартирного дома, узнала наша съемочная группа. То, что этот подъезд особенный, можно догадаться еще при входе. На двери памятная табличка. 90-тысячный подъезд, отремонтированный по программе губернатора, которая стартовала в 2016 году. Внутри тоже все по-другому. Вместо стандартного косметического ремонта – необычный дизайн и живопись. Так захотели жители дома. Я проживаю в этом доме уже с 2003 года и всегда старались поддерживать эту обстановку во дворе и по площадкам, и по дому, и по подъезду. И как-то вот содержали все в чистоте, все. И вот получилось так, что нам так повезло, что нам губернатор дал такую вот программу. И вот нам сделали столько всего хорошего. За свою активность жители подъезда получили подарок от губернатора Подмосковья – сертификат на экскурсию в Коломну. В целом городской округ Люберцы отличился от остальных муниципалитетов. Справился в этом году с ремонтом подъездов раньше всех. Люберцы досрочно, не дожидаясь сроков, в августе полностью закончили 6 августа программу и те обязательства. Это более 230 подъездов, которые нужно было отремонтировать, и они это сделали. Они ни в коем случае не искали причину, природа, погода, экономика и так далее, а действительно сделали для людей. Вот это дорогого стоит. Всего с начала реализации программы «Мой подъезд» в Люберцах отремонтировали более 3700 подъездов. В следующем году работа продолжится, и, возможно, еще один юбилейный 100-тысячный подъезд тоже будет на территории городского округа. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.